В Доме правительства проанализировали, как в регионе продвигается транспортная реформа. Необходимость срочной трансформации в этой сфере назрела давно. Сейчас на завершающем этапе находится документ транспортного планирования, в основе которого и оценка пассажиропотока, и современные технологии. С транспортом связано и дальнейшее развитие территорий. По итогам реформы передвижение людей из точки А в точку Б должно стать более удобным, комфортным и безопасным. Совершенствовать транспортное обслуживание предстоит в ближайшие 5 лет. В республике будет создан государственный перевозчик на базе муниципальных троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска. Полномочия по транспортному обслуживанию населения в этих двух городах будут переданы на уровень республики. Соответствующий законопроект одобрен Кабмином и внесен в Госсовет Чувашии. Начиная с 2023 года будет обновляться подвижной состав. Сейчас троллейбусы сильно изношены. В результате преобразования маршрутная сеть Чебоксарской агломерации выстроится в 146 маршрутов по регулируемым тарифам. В ближайшем будущем откроются межмуниципальные троллейбусные маршруты с сообщением Чебоксары Новочебоксарск. Будет внедрено новое тарифное меню, единые проездные билеты в двух городах и пересадочные абонементы. Саму работу разделим на два таких основных этапа. На первом этапе мы с вами будем заниматься транспортным обслуживанием в рамках Чебоксарской агломерации, а далее, конечно же, будем доходить с этой задачей до муниципальных образований, где этот вопрос также стоит очень остро.